пенсионерке Елене Владимировне позвонили за полночь. Человек на том конце провода представился сотрудником службы безопасности банка. Он не делал пауз в разговоре, а только давил на то, что нужно срочно выполнить определенный ряд действий. Пока вы будете спать, у вас вообще ноль будет. Нас так напугали, я думаю, боже мой, кошмар какой. Ну, в общем, уже теряешься. И пока человек пытается сообразить, что случилось, с его счета пропадают деньги. Притом из-за действий самой жертвы. А вот другой пример. Пенсионерка, 92 года. Имя женщины не разглашается. Ей позвонил племянник, сказал, что попал в ДТП. Нужны были деньги, чтобы откупиться. Сразу после позвонил следователь и сказал, что за определенную сумму может замять дело. У меня 60 тысяч есть. 120 надо. Я говорю, 50 дам еще. Все здесь. Конечно же, и племянник, и следователь липовые. Все это дело рук мошенников, которые просто наживаются на невнимательности пенсионеров. В стрессовой ситуации те редко перезванивают своим настоящим родственникам и уточняют, что случилось. А это первое, что необходимо сделать, рассказали в региональном УМВД. Если же звонок поступает от сотрудников банка, то нельзя сообщать личные данные своей карты и одноразовые пароли. Особенно совершать какие-либо операции через банкоматы под диктовку человека по ту сторону трубки. Если же вы или ваши родственники стали жертвой мошенников, то полицейские рекомендуют немедленно обратиться в УМВД по местному телефону дежурной части или стандартному 112.